Приветствую вас, мои дорогие друзья! Поздравляю вас с завершением 14-го каталога. Сегодня уже стартует 15-й. Да-да-да, в воскресенье уже в обед открывают сайт. Я уже всего полно-полно накидала в корзиночку. И сейчас покажу вам, что у меня здесь, и расскажу, почему именно эти продукты я заказываю. Итак, мне добавили 3 подарка за новичков. Если вы знаете, сейчас идет акция, она будет идти еще весь каталог номер 14 и 15, да, в 15-м еще она будет идти. То есть, если вы регистрируете новичка, и он делает заказ на 50 баллов, и у вас заказ от 50 баллов, оба заказа оплачены, то проходит розыгрыш каждую неделю, и вы выиграете какой-то из 5 наборов. Это очень круто. Вот смотрите, один набор у меня будет серии Giordani Gold, и 2 набора с туалетной водой и помадой. То есть, у меня придет столько ароматов и столько помад, и еще и тональная основа, и мои любимые кремовые румяна Giordani. Ну, просто классно. Итак, еще кое-что хотела в заказ добавить. Вспомнила, сейчас делаю пилинг, как раз сижу в пилинге и добавляю обновляющий пилинг, потому что он всего 629 рублей в каталоге, а для нас 503 рубля. Девочки, это потрясающий пилинг, просто фантастический. Берите, прям вот не пожалеете. Далее, я беру мыльцев новеньких, серия Feel Good. Возьму вот таких вдохновляющих и лавандовых. Ё-моё, побольше что ли взять? Ну ладно, пусть пока будет. Беру новинку с аметиста, мыло, беру спрей для волос и тела и беру гель для душа. Бомбочку не беру, потому что не пользуюсь, если только в подарок кому-то взять. Ну, попозже, сейчас заказ уже такой большой получается. Далее, заказали у меня восстанавливающий крем для рук, заказали капсулы для лица, одни себе беру, одни под заказ. Хочу попробовать протеиновые батончики, новинка, надо пробовать. Опять нету рюкзака, и я так понимаю, его уже и не будет, к сожалению, у меня его клиентка заказала. Беру корректирующую базу под макияж себе. Появились наборы пробников, классно, ребята, всем рекомендую прям наборчики брать, потому что, вот смотрите, что входит в набор за 69 рублей. Пробник ночного крем-лифтинга Novage, кремовая помада персиковый нюд, каталог номер 16 и набор пробников нового аромата, 2 пробника. Смотрите, а если взять отдельно набор пробников, то выходит 32 рубля, то есть за 2 пробника. А здесь за 69 рублей, вот за 69, я просто 4 набора, каталог, 2 других пробника и пробники аромата, ну, получается намного выгоднее. Так, беру помадку себе для бровей, попробую коричневый цвет. И вот у меня под заказ получается блеск, 2 блеска под заказ. И 2 помады, терракота и нюд под заказ. И себе беру терракоту и нюд. И 4 туши. То есть, смотрите, обязательно считайте, если у вас, например, одна помада в заказе, то она будет за 375 рублей. Если помада и тушь, то помада будет вот эту цену напополам. Ну, так я вам покажу. Одну беру, то получается помада будет стоить 215, и тушь, соответственно, тут надо убрать одну. 555, давайте еще одну беру. 370 напополам, это 150 и 35, 185 рублей всего тушь. Тушь и помада. Выгодное предложение. А еще выгоднее, если добавить тональную основу, тогда будет еще круче цена, конечно. Но вот тональных основ у меня очень много в запасе, и клиенты не стали заказывать. Ну, ничего страшного. Так, далее двигаемся. Придет новый каталог Норхен, классно, прям жду с нетерпением, потому что нигде не нашла его в электронном варианте, хотела посмотреть. Мне придут по каталоге 10 штук, как участнику премьер-клуба всего 230 рублей, один за 9 рублей. Так, от пакетика я отказываюсь, это нужно нажать вот сюда на урночку. Далее, к сожалению, отсутствует wellness pack, у меня здесь в заказе женские пэки, для клиентки ждет клиентка и для нас. Ну вот пока нету. Далее самое интересное. Здесь у меня получается в заказе заработано еще 100 баллов, я добавляю кошелек. Это только для тех, кто являлся спонсором в прошлых каталогах и набрал
себе кандидатов. Так, далее, со скидкой 50% я хочу взять новый крем Lift Expert. Мне нужен дневной крем. Так, ой, он и так со скидкой, но все равно я хочу дневной крем, потому что я себе взяла сыворотку, взяла ночной. Сейчас уже пользуюсь кремом для глаз и хочу, чтобы у меня был, ну вот, все равно очень выгодно, 868. Я хочу всю серию Lift Expert собрать и буду ей пользоваться как раз сейчас в холодное время года, хочу попробовать. Далее идет вставка в каталог, тоже полистайте, здесь много классных предложений с огромными скидками, но я так посмотрела, мне кажется, у меня все есть, а клиенты пока молчат с этой ставочки, ничего не заказывали. Сейчас проверю. Ой, какие сумочки. Я еле себя держу в руках, девчонки и мальчишки. Вы знаете, я сумка-маньяк. И, ой, а какие румяна в шариках со скидкой. У меня тоже все есть. А так и карандаши для губ с огромными скидками. Но тоже пока все есть, поэтому... Пролистываю. Очень рекомендую двухфазное масло для ногтей, я его обожаю. Набор полотенец со скидкой. Слушайте, хорошая вставка, прям хочу сказать, очень здорово сделали. И так всего много, и такие хорошие продукты, и на подарки можно набирать. И вообще, ну вот у меня склад уже большой, поэтому я пока держу себя в руках. А вот чуть ниже новый аромат Love Potion Midnight Wish. Беру раз. И смотрите, если вам нужно два, то надо два раза нажать «Добавить» и только потом нажать в корзину. Вот такой огромный заказ. А чуть ниже распродажа. Смотрю, что есть по распродаже интересненького. Очень крутая палетка для контуринга с огромной скидкой. У меня такая есть в запасе. Вот знала бы, что будет такая скидка, я бы, конечно, лучше бы сейчас взяла. Я дороже покупала. Так, питательный крем для ног. Шикарный тыквенный пирог. Экла Фам Уикенд со скидкой. Так, смотрю, что... Я просто смотрю, что мне вот нравится, что я люблю. Еще больше продуктов. Когда первый день заказ делаешь, тут всего много. Так, все посмотрела. Сейчас проверю корзину. Всегда возвращайтесь в корзину и проверяйте, чтобы все продукты встали в корзину. То есть проверяйте все по количеству, по наличию, может быть, где-то акцию пропустили. То есть все-все-все вы должны учесть, чтобы все было хорошо. Вот, кстати, я вот это удалю, а оставлю только каталоги. С каталогом, потому что я когда набивала, не было еще этого. Сейчас появилось. Так, 4 набора, 3 набора вот так сделаем. 3 наборчика. Так, далее, тут все есть. 212 баллов, тут все встало, каталог есть, набор есть. Так, Love Potion есть, 2 штуки. Так, здесь у меня кошелечек встал в подарок, очень хорошо. Но, к сожалению, нет wellness. Что нужно сделать дальше? Нажать кнопочку «Далее». Еще раз, далее вы оказываетесь в разделе «Доставка». Вот тут вы выбираете место доставки. Либо на дом, тогда доставка курьером, если в вашем городе есть такая доставка. Либо доставка в пункте выдачи. Тогда вы нажимаете пункт выдачи, выбираете сначала тип, смотрите, где СПО, постамат или пятерочка. Я выбираю обычно либо свое СПО, я не забираю в постамате. Здесь вы вбиваете город. И выбираете ваш нужный вам пункт выдачи. Вот, например, я получаю на Киселёво. Все выбрали. 100 рублей доставка. Выбрать продукт можно вместо платы за доставку. Смотрите, что здесь интересного, какие предложения вас интересуют. Вы, например, убедились, что здесь или ничего нет, тогда закрываете. Либо вы выбираете какой-то продукт и говорите: о, классно, хочу вот этот продукт, как раз у меня его клиентка ищет, да, вот, например, крем для лица или помаду. То есть вы нажимаете на сам продукт, ну, давайте любой покажу, почему-то у меня прыгает мышка, добавить в корзину, и тогда доставка становится бесплатная. Если вы же делаете доставку на дом, доставка вот так на дом, то вы выбираете себе свою доставку, ставите доставку курьером,
И у меня тоже доставка бесплатная. Почему? Потому что заказ более 4000 рублей. Тогда доставка бесплатная. Вот на все эти нюансы нужно обращать внимание. Только потом нажимаете «Далее». Можно сразу заказ не оплачивать, потому что если оплачивать сразу через сайт в течение часа, да, нужно оплачивать, то там берется, по-моему, какая-то комиссия. Вот, то есть вы выбираете оплатить, вот дополнительно 56 рублей. Я обычно завершаю заказ без оплаты, то есть видите, здесь надо будет его оплатить. Я завершаю заказ без оплаты, то есть я оплату снимаю отсюда, перед получением ставлю. И тогда у нас здесь уже нет как бы этого предложения, да, я закрываю. Завершаю заказ, нажимаю «Оформить» и только потом оплачиваю, зайдя в личный кабинет Сбербанк онлайн. То есть не через сайт, да, чтобы тоже сэкономить хоть какую-то денежку. Ну, здесь понятно объясняю. Смотрите, сумма заказа 10 тысяч, а к оплате всего 5563. Почему? Потому что часть денег списывается с товарного поля. То есть это те деньги, которые мне компания заплатила за работу с командой. И вот часть денег остается на товарном поле, чтобы не более 60% от заказа оплатилось с этой суммой. Это очень удобно, кстати. Я сейчас заказ не буду завершать, я еще раз его проверю, может быть, что-то еще добавлю. Главное, я вам показала принцип, как нужно действовать. Если у вас какие-то вопросы возникают, то обязательно задавайте их вашему наставнику. И он вам объяснит, как все сделать правильно. Особенно первые заказы, когда вы еще какие-то нюансы можете пропустить, да, чего-то не знаете, на все нужно обратить внимание. Спасибо вам за то, что вы со мной. Я вам желаю отличного 15-го каталога. Побалуйте себя, ваших клиентов. Всем больших, огромных заказов. И до новых встреч. Пока-пока.